Какие специалисты и в каком количестве нужны будут стране через 4, 5, 10 лет? Смогут ли выпускники отечественных вузов адаптироваться на мировом рынке труда? В условиях глобальной экономики эти вопросы стали ключевыми для всех без исключения европейских держав. Чтобы достойно ответить на вызовы времени, в 2003 году Россия присоединилась к странам-участникам Болоньского процесса и перешла на уровневую систему образования. Тюменский госуниверситет стал одним из первых участников реформы. Понятия «бакалавриат» и «магистратура» давно являются базовыми для процесса образования в ТюмГУ. Однако и спустя 10 лет не каждый выпускник вуза понимает, для чего ему нужна степень магистра в современном мире. Каким же должен быть решающий аргумент для следующего шага на пути профессионального становления? Магистратура – это высший уровень образования в Российской Федерации, который обладает международным и европейским признанием. Магистратура – это элитная форма образования. И об этом свидетельствуют требования, установленные федеральными государственными образовательными стандартами к программам магистратуры. Это высокие требования к кадровому обеспечению, потому что там работают только доктора и профессора наук с высоким уровнем публикационной активности. Это очень высокие требования к материальному, техническому и программному обеспечению. В-третьих, это очень высокий уровень вариативности магистерских программ. Магистерская программа в полной степени дает возможность магистранту насладиться тем, что мы называем академической свободой. Потому что выбор дисциплин, направлений, профилей, он просто огромен. Магистратура – необходимое звено между бакалавриатом и аспирантурой. Но научную карьеру выбирает лишь небольшая часть выпускников. Впрочем, и большинство ключевых работодателей, с которыми Тюменский государственный университет связывает давнее сотрудничество, считают выпускников магистратуры основными, а иногда и единственно возможными претендентами на существующие в их организациях вакансии. Мы занимаемся проектированием, разработки нефтяных месторождений, принимаем участие в освоении месторождений морского шельфа Восточной, Западной Сибири. И каждое такое месторождение – это вызов со многими неизвестными. И здесь приходится, во-первых, учиться решать такие задачи, во-вторых, обладать определенными навыками. В нашем институте вот сегодня 11 магистрантов и ни одного специалиста, который остановил бы свое образование, ограничившись степенью бакалавра. В настоящее время в Тюменском госуниверситете действует более 50 магистерских программ. Среди них значительное количество прикладных, рассчитанных на тех, кто уже работает или планирует начать карьеру именно в бизнесе. Например, экономика недвижимости. А 4 магистерских программы дают возможность получить академическую степень не только российского, но и зарубежного вуза. Мы можем гордиться тем, что в нашем институте уже на протяжении 2 лет действует магистерская программа 2 дипломов с университетом из Великобритании, университет города Вулверхэмптона. Название программы абсолютно само по себе уникально. Это международное, финансовое и предпринимательское право нефтегазовый сектор. Эта программа, прежде всего, она предполагает, что направления деятельности дальнейшей у выпускников магистрата будут очень широкие. Они смогут работать в департаментах стратегического развития, имущественных отношений. Они смогут работать в департаментах по недропользованию, в любых зарубежных фирмах, в предприятиях малого бизнеса, которые связаны с контрактными условиями с зарубежными фирмами. Только в текущем учебном году в Тюменском госуниверситете было открыто 5 новых магистерских программ. Все без исключения по приоритетным направлениям науки, техники, технологиям и тем направлениям, которые действительно нужны региону. Так, в Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ к 2 успешно реализуемым магистерским программам «Математическое моделирование» и «Прикладная математика в экономике» в этом году добавилась еще одна – «Высокопроизводительные вычислительные системы». В нашем регионе нефтегазовые компании на сегодняшний день все свои как разработки полезных ископаемых, так и добычу осуществляют только при математическом моделировании. Математические модели могут быть рассчитаны только на высокопроизводительной технике, чаще всего это суперкомпьютеры. Тюменский госуниверситет на сегодняшний день эксплуатирует суперкомпьютер «Менделеев». Также есть 3 высокопроизводительных кластера IBM Blade Center, поэтому техническая оснащенность Тюменского госуниверситета позволяет открыть такую магистерскую программу.
Многие магистранты ТюмГУ трудоустроены уже с первых дней обучения, выполняют задания в рамках хоздоговорных отношений, которые заключены у вуза с региональными предприятиями нефтегазового, энергетического, машиностроительного профилей. Заинтересованность в выпускниках с магистерской степенью заметна и в шагах, которые предпринимаются на федеральном уровне. Так, в 2013 году ощутимо выросло количество бюджетных мест, выделенных Тюменскому госуниверситету на вторую ступень обучения. 390 на очную магистратуру и 40 на заочную. Те же, кому не удастся попасть в число бюджетников, смогут воспользоваться льготным образовательным кредитом. Тюменский государственный университет в этом году опять стал победителем конкурса на поддержку образовательного кредита с помощью федерального бюджета. И у вас есть уникальная возможность на все без исключения программы магистратуры поступить с таким расчетом, чтобы платить потом не более 2000 рублей в месяц. За справками вы можете обратиться в любое отделение сберегательного банка. И всего по 5% годовых с возможностью возврата в течение 10 лет вы можете получить кредит, поступить в Тюменский университет и благополучно закончить и получить степень магистра. Кстати, в этом году в последний раз на бюджетные места в магистратуре наравне с бакалаврами-выпускниками могут претендовать выпускники специалитета. А на договорное место имеет право поступить любой человек, имеющий высшее профессиональное образование. Надо помнить и о том, что магистратура предполагает не только продолжение обучения по профилю, но и возможность получить новую квалификацию на стыке наук. Так и химик, и биолог могут выбрать направление биохимии и молекулярная биология. А юрист, занимающийся гражданским правом, поступить на программу «Экономика фирмы и отраслевых рынков». В дальнейшем у таких людей гораздо больше преимуществ на рынке труда. Можно осваивать и две магистерских программы одновременно, например, обучаясь очно и заочно. Время, чтобы правильно скорректировать дальнейший профессиональный путь, еще есть. Для тех, кто поступает и планирует учиться на бюджетных местах, прием документов будет продолжаться вплоть до 20 июля. После этого в период с 21 по 25 июля пройдут вступительные испытания. И 27 июля мы опубликуем рейтинги абитуриентов. До 4 августа абитуриенты смогут принять решение о том, нести ли подлинник диплома или нет. И 5 августа выйдет приказ о зачислении. Те же, кто поступает на договорные места, на очную форму обучения мы продолжим прием документов вплоть до конца августа. А на заочную форму обучения в магистратуру мы будем вести прием до конца октября. Вступительные испытания в магистратуру нашего университета проводятся в письменной форме по всем магистерским программам. Где-то это задание по билетам на ряд программ. На ряд программ это письменно в форме тестирования. Материалы для подготовки к вступительным испытаниям размещены на нашем официальном сайте. Также университет проводит интенсивные подготовительные курсы, трехнедельные, на которые в настоящее время производится запись, и работать они начнут 17 июня. Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов. В летние месяцы мы будем работать также и в субботу с 9 до 13 часов. Список документов достаточно простой. Это диплом, либо его копия, 4 фотографии 3 на 4 сантиметра и копия паспорта. Срок программ для получения степени магистра составляет 2 года по очной форме обучения и до 2,5 лет по очно-заочной и заочной формам обучения. У всех абитуриентов магистратуры абсолютно равные шансы на поступление, вне зависимости от того, где они учились раньше и гражданами какого государства являются. Главное – подготовиться к экзаменам и успешно их сдать. Магистерская программа, она всегда строго специализирована. Она готовит человека для конкретного вида профессиональной деятельности и даже более того, уже готовит его к конкретной должности. Диплом, паспорт, фотографии и, конечно, желание сделать успешную карьеру – это все, что требуется для поступления в магистратуру Тюменского госуниверситета. И через 2 года у вас появится дополнительный шанс уверенно заявить о себе и на отечественном, и на европейском рынках труда. Расширьте горизонты своих возможностей.